Всем привет, ребята! С вами снова я, Лиза Шубина, и сегодня я вам расскажу про мою фотосессию на пляже вместе с Амиром Гумеровым, которая у меня проходила. Так, давайте начнем с вами по порядку. На фотосессии я была в фиолетовом купальнике, чуть позже я его покажу. Брала его с Шейном, вы можете посмотреть мою распаковочку всех купальников, в том числе его, перейдя вот сюда вот по ссылочке. То есть я проходила на набережной, на пляже, как я уже говорила, около водохранилища. Сейчас я вам расскажу, как я готовлюсь к фотосессиям и так далее. В принципе, советую, кстати, всем вот ребятам и там, короче, всем советую, чтобы вы высыпались перед фотосессиями, потому что если будем очень мало спать, допустим, часов 5 вы поспите, вам этого чисто физически не хватит. Вы за 2 часа, как и я, устанете на фотосессии, хотя я уснула в 9 вечера, а проснулась в 10. Когда у меня фотосессия начиналась в 12, как бы, чтобы вы понимали, я поспала достаточно много. Но мне этого чисто не хватило. Я после, вот прошло 2 часа фотосессии, я захотела есть очень сильно. И я хотела спать, потому что я очень сильно устала. Типа, я не знаю, раньше я по 4-5 часов выносила, а сейчас в последнее время почему-то, я не знаю почему, так честное слово. Вот, также-таки я за день до фотосессии частенько делаю разные масочки на лицо и скрабирую лицо также-таки, то есть делаю уход за лицом. Также вы можете все эти масочки и скрабы посмотреть вот сюда, вот перейдя у меня по ссылочке. А также-таки перед фотосессиями я всегда крашусь. То есть я замазываю все вот эти вот свои как бы недостатки на лице. Ну и в принципе все другое. Вот. Частенько я всегда делаю нюдовый макияж на фотосессию с Амиром. Но бывают случаи, когда я иногда могу сделать какие-нибудь стрелки, либо яркий макияж. Но это было, правда, один раз, когда я делала яркий макияж. Это было в прошлом году, летом, когда у меня тоже была фотосессия на пляже. Все надо от меня. Кстати, я вот. Можете также посмотреть, как я делаю макияж, там посмотреть у меня на канале, как бы, да. А здесь я хотела с вами поболтать по поводу того, какой бы макияж подошел под мой фиолетовый купальник. Как по мне, нюдовый макияж обычно все подходит, вы сами это прекрасно знаете, девочки. Но, в принципе, после этого фиолетовый купальник можно было бы сделать какие-нибудь сиреневые тени. Также у кого есть там черная подводка, либо такая же сиреневая, как у меня она есть, из соды, кстати. Кто смотрел это видео, соды с распаковкой, это все знают, и фиолетовые туши у меня тоже есть. Это мой любимый цвет, сами понимаете. Также таким, в принципе, можно делать и яркий макияж, но и не яркий, в принципе. Если бы я делала такой более не нюдовый, какие-нибудь сиреневые цвета к этому купальнику, я бы, наверное, выбрала какие-нибудь сиреневый цвет сам по себе, тени и стрелки, наверное, типа, разница делала обычно черную. Потому что, типа, я бы не стала, наверное, скорее всего, делать такой яркий макияж к этому купальнику, потому что он и сам яркий. Ну, хотя хз, я не могу пропагать, потому что я могу сделать ржаражный, могу сделать, сейчас говорю одно, могу потом сделать другой. Как бы да, вы не предсказуемые люди, да. Вот, ну так, в принципе, я на фотосессии частенько почти всегда делаю нюдовый, потому что как и Амир сам любит более нюдовый макияж, так и, как и я. Вот, также, как по мне, то, что я макияж, который делала нюдовый, там, конечно, его особо и не видно, но, как вы сами понимаете, за 2 часа съемки могли сереться и тени, и все что угодно.
Вот, а так я, типа, наносила, как обычно, там, базы и так далее, типа, тени я делаю какие-нибудь бежевые, либо светло-коричневые, но они все равно через время стираются. Вот, и реснички я крашу, ну, как бы, сами 15, там все другое. Вы можете посмотреть мои разные макияжи на моем канале. Так же таки, что же еще? Мы с Амиром в этот раз пробовали три вида съемок. То есть на обычный фотоаппарат профессиональный у него, на его телефон. То есть можно ли с телефона сделать фотки как с фотоаппарата? Или так нельзя? Мы проверяли такое. Вот, кстати, это вот такой, ну, видео можно посмотреть у него на канале. И еще третий вид у нас с вами был, это слоумошки. Кстати, вы можете потом в конце видео дождаться, если смотрите его до конца, и посмотреть все эти всякие слоумошки просто как бы видео. Вот. Слоумошки, сами понимаете, это замедленная съемка, то есть замедленное видео, и это нужно очень быстро двигаться, и много движений разных, то есть там прыгать, скакать, в воздухе как-нибудь быстро двигаться, чтобы это получилось красиво, там кружиться и так далее. Вот. У меня, конечно, это было в первый раз, и у меня это не очень такое получилось, но думаю, если вчера будет более-менее нормально, если у нас еще раз такое, конечно же, будет. Вот, а я думаю, что будет, как бы, ну, как бы да. Ну, в принципе, и сейчас и так тоже получилось очень прикольно, мне, типа, понравилось, вот. Также такие, мы снимали сначала на дороге, на песочке, вот, то есть у нас всякие сумочки. А потом вроде бы спустились поближе к водоохранке, но там уже вроде там пару фоток сделали и все. Я уже пошла другого купальника как бы одевать. Сейчас, в принципе, купальник его покажу, потому что все равно типа про него забываю. Вот как бы сам купальник, это вот низ, а вот это вот вверх. Как бы да, это все очень сложно, но нормально, короче. Вот, и оно на мне прекрасно сидит, как по мне, в принципе, он мне нравится, потому он мой самый любимый. Вот. Также, как я еще раз повторюсь, вы можете перейти вот тут по ссылочке и посмотреть как бы видео. Я заказывала его с Шейми за купальник. И посмотреть это видео. Вот, а также таки вы можете сесть в слоумошки и так далее, посмотреть в моем инстаграме Елизавета Шубина, который будет прикреплен в описании этого видео. И, кстати, подписывайтесь на него, я буду всем очень рада, всех вас очень люблю. А так, смотрите слоумошки и другое видео чуть дальше. I've been on the road, I've been doing shows. Now we eating steak, remember sleeping on the floor. We're stealing at the gas station when the time was cold. In the kitchen, hot still trying to flip it off the stove. Rocking fake J's, praying that nobody know. Watch them take my dog away, it was way too hard to stay composed. Fight to see the light of day, all this blood on my clothes. I was tired every day, green light, it's time to go. I don't wanna live life fast or die too young. Die too young. 100 miles per hour, I might crash, cause a good die young. Yeah, a good die young. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road, all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Write my name in the stone. Cause I'm coming back home. Cause I'm coming back home. Where I left because I know my people needed me. Diamond in the rough, I don't know what it is they see in me. Go down as a legend in my city because we beat the streets. Trying to spread the wealth around the block, no, I can't keep from me. Told me I should leave. I see the bigger picture and it's way bigger than me. Can't be living like a king, but my people need to eat. If I got it, then you got it. We gon' get back on our feet and I put that on me. I don't wanna live life fast or die too young. Or die too young. 100 miles per hour might crash because good die young. But here I come. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road, all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Write my name in the stone. Cause I'm coming back home. Cause I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Cause I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. I'm coming back home. Yeah, I'm coming back. А так, на этом моя серия об этом купальнике заканчивается, но будут следующие купальники, это как бы не конец, понимаете, только начало.
Вот, а так у меня на этом все. Так что ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии. Всех люблю. Всем пока. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road.